Есть. Прям чувствуется, как он бьет. Вот такой вот красавчик. Всем привет, ребят! С вами Степной Рыбак. Сегодня выбрался на рыбалочку. Получается, это у нас такой карьер, но это он там, в той стороне. Сейчас пока сначала хочу пробить одну точечку здесь. Вот. Взял с собой свой мормышинговый комплект от компании Daiya Black Dragon. И сегодня у нас будет ловля на мормышинг. Вот когда-то здесь, вот в том месте, я очень неплохо ловил окуня, и вот сейчас хочу попробовать опять его там снова половить на мормышинг только. Так что, ребят, думаю, сегодня что-то должно быть интересное. Вот, так что погнали. В общем, ребят, смотрите, вот такая вот у меня коробочка с собой сегодня. Тут у меня и джавастики есть, копии вот таких цветов. Вот он этот, вот такой вот мотыль получается. И вот здесь вот, кстати, есть копия на типсе, вот такая вот в таком цвете. И вот здесь вот понарезал я силикона. Хочу еще на такую нарезку сегодня половить. Вот. Так, ну сейчас попробовать вот такого поставить червячка. Так что приманки есть, выбирать есть из чего. Мормышки сам сделал, достаточно все быстро, без всяких проблем. Ну, в общем, вот так поставил, не знаю. Хочу просто, чтобы хвостик более сильнее играл. Так что, ребят, давайте погнали. Посмотрим, как у нас на эту приманку. Будет окушок клевать или нет. Но я думаю, что должен, наверное. Все-таки. Опа, он туда закинул. Так, там никого, надо опять туда бросать, в район тех плит. Вот туда вот, а вот сейчас посмотрим, может там поклевочка будет. Есть, есть, выходит. Есть, прям удар отчетливый был. Прям в руку, тух. Блин, офигеть, даже через леску передается поклевка, я обалдею просто, реально. Блин, классный спиннинг вообще, я вообще доволен, просто как слон. А ну-ка. Сейчас вот так вот попробуем, в такой проводке. Пелагической. То есть без паузы. Посмотрим, будет клевать окунь. Или все-таки ему пауза нужна для атаки. Ага, вон они идут, идут, идут. Вон они, вон они. Есть, есть. Яман, целая стая прям. Прям стая выходит за ним, мелкого. Сейчас, короче, даем. Буду паузы больше делать, чтобы он окунь заживал. Есть, есть, есть. Есть. Прям чувствуется, как он бьет. Вот такой вот красавчик.
Да, все-таки я не зря сюда пришел. Вот такой вот малыш. Ну-ка давай, попозируй. Рыбу, как вы знаете, я практически никогда не беру, кто смотрит мои видео. Я чисто рыбачу так, для своего удовольствия. А за рыбой я в магазин хожу, если нужно. Так, что там у нас? Так, по-по, пошли, пошли, пошли. Ни года там стая. Обалдеть. Блин, я их реально вижу, как они идут. Офигеть. Да, классная рыбалочка. Мне прям сегодня вообще нравится. Хоть и размерчики не сильно большие, но зато рыбка, считай, клюет на каждом забросе. Так, ну-ка давай вон туда под камушки. Вон, я прям вижу, их там целая стайка. Ну-ка давай, давай, давай. Есть, 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 есть. Бьют, бьют, бьют. Есть. Вот он. Такой вот малыш. Так, ну что, эту приманку тоже разловили. Можно тогда менять смело. Две приманки. На них рыбка клюет. Так, что теперь еще поставить здесь? Попробовать вот такую вот нарезку. Такого желтого цвета. Посмотреть, как на нее будет окушок реагировать или не будет. Так, сильно на крючок не насаживаю. В основном вот так в конце. Сейчас покажу. Вот такая вот получилась приманочка. Так, ну что, попробуем. Есть, 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 есть. О, ха-ха-ха. Нифига, он аж из воды вылетел, обалдеть. Вы видели этот? Капец, он аж из воды вылетел. Блин, ну это вообще классно. О, такой красавчик. Давай, беги, дружище. Спасибо тебе. Так, ну что, эту тоже, получается, нарезочку разловили. Ну-ка давай вон туда. Как раз самое логово. Есть, есть, есть. Бьет, бьет, есть. Ха-ха. Ах ты ж, блин, сошел. Обалдеть. Так, ну ладно, сейчас еще один заброс, наверное, и буду другую какую-то приманку еще ставить. Так, давай. Я жду. Есть, есть, есть. Бьет, бьет. Опа, она есть. О, это уже, наверное, побольше что-то. Вот такой вот окунёк. Блин, классная рыбалка сегодня, реально. Все-таки я сегодня взял реванш. После своей крайней, так сказать, неудачной рыбалки на мормышник. Сегодня, я думаю, оторвусь по полной. Вот такое. Давай, беги. Так, ну что, будем менять, наверное. Короче, здесь окунь, походу, непривередливый. Атакует на все, что угодно. Так, а если вот такого вот цвета поставить? Вот такую вот нарезочку. Мне просто интересно проверить, как они вообще будут. Все работать или... Ну, я думаю, что, скорее всего, то, что все будут. Потому что окунь, судя по всему, здесь очень голодный. И бросается он. Просто нужно точечку найти, где он стоит. Вот я уже примерно нашел. Вот там вот как раз. В районе этих плит.
есть, есть, атакует, атакует. Блин, ну это вообще классно. Так, ну здесь уже нету. Так, попробую туда подальше забросить. Не знаю, будет там. Ну там я так сильно не вижу рыбку. Далековато. Ну, попробую, вон туда хотя бы. Так, приманку я вижу свою, как она идет. А вон, может быть, вам видно будет белая такая приманочка. Так, ну здесь окуня нет, ребят. Надо все-таки вон туда бросать. Опа, вот так вот сейчас попробуем туда. Может, там кто-нибудь атакует у нас. Не, там нету рыбы. В общем, вся рыба стоит вон там, в том районе, вот, в том секторе. Так. Блин, ну что поставить, а? Вот эти, такого полярика поставить, но он, блин, большой. Ну ладно. Сейчас попробуем. А там видно будет дальше. О, вот так вот получилось. Посмотрим, будет он его брать, не будет. Такими характерными ударами. Ох. Подожди, малыш, я тебя отпущу. Давай, беги. Опа. Все, этот полярис тоже разловлен. Проводка вот такая, характерная дрожь с паузами. Да, вот эти водоросли еще. Не знаю, может быть, чуть побыстрее делать проводку, чтобы не по самому дну. Забросик прям отличный получился. Практически вон под тот камыш. Есть, есть удары, есть. Обалдеть, на монке даже чувствуются удары, ребят. Вы представляете, какой спиннинг, значит? За 1200 рублей. И я через монку чувствую поклевки. Молодцы ребята из компании Daiyo. Делают очень качественные спиннинги. И за очень, так сказать, приемлемую цену. Очень даже бюджетный вариант. Катушечка, кстати, хочу немножко про катушечку рассказать. Поначалу, когда я ее купил, она, ход у нее был достаточно такой туговатый. Но я взял, разобрал ее, смазал, здесь смазал, там внутри смазал.
вот здесь, где подшипник лесоукладывателя, ну, то, в смысле, здесь подшипника нету, вот это место смазал. Вот. И ход вообще нормально стал, еще легче, чем был раньше. Поэтому, я думаю, все можно доработать при желании. Так, ждем, паузу даем. Есть, есть, есть. Ох ты, негода. Вы видели, как он спиннинг мне долбанул? Так, что там у нас? Капец, реально, такой удар был. Бумс. Вот такой вот малышочек. Работает резина с Алиэкспресса. Так что, ребята, можно смело брать и очень неплохо ловить. Вот такой вот малыш. Ну, больше, наверное, здесь в этом месте я и не смогу поймать. Но, если честно, мне этого достаточно. Сегодняшняя рыбалка мне прям очень понравилась. Глубина, как вы видите, вообще здесь, я не знаю, сколько здесь. Ну, сантиметров 20, наверное, 30. Где-то так. И окушок весь стоит вот где-то под плитами, под камнями прячется. Он туда вот забрасываю. Есть, 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 есть. Ах ты ж, блин, сошел. Ждал, пока он его заест. Так, что там? Опять водоросли? Блин. Вот такой вот полярик 1.6, ребят. Отлично себя показывает. Вообще мне вот эти полярисы, джавастики, копии очень нравятся, вот эти слаги. Они достаточно эффективны. Так, ну что, эта приманка у нас тоже отработала. Можно что-нибудь другое поставить. Сегодня у нас, так сказать, такой рыбалка экспериментальная. Блин, ну я не знаю, вот этого поставить, он, наверное, тоже будет работать. В принципе, я на него и судачка ловил. Где-то грамм 300, наверное. Сейчас попробуем. Надеюсь, что вы меня слышите из-за того, что здесь вот такой вот шум воды. Я думаю, что меня слышно. Так. Блин, опять эти водоросли. Ну, сейчас, кстати, атаки такой не было. Я не чувствовал, что окунь клевал. Не знаю, может быть, цвет тоже играет роль. Сейчас посмотрим. Паузу побольше буду делать. Посмотрю, будет он зажевывать, не будет.
Не знаю, здесь почему-то этот цвет не работает. Видимо, все-таки цвет играет роль. Так, что же еще поставить такого интересного? Блин, а если вот такого цвета поставить? Сейчас вот такой темный поставлю, будет на него клевать. Да, потом еще хочу другую мормышку поставить. Получается, из бисера есть у меня мормышечки. Самодельные тоже. Хочу просто их поэкспериментировать. Будет окунь на них брать? Одна у меня есть из желтого бисера, а другая из красного. Так, ну, в общем, как-то так, ребят, вот, получается. Не знаю, будет темный цвет работать, не будет, сейчас проверим. Есть, есть, есть. Прям чувствовал, как он бьет. Вот вам, ребята, монолеска. А точнее, дело не в леске, а в спиннинге. Не перестану это повторять. Вот такой вот красавчик. И вот такой вот силикончик, нарезка. Так что, ребят, я всем советую этот спиннинг. Он реально обалденный. За эту цену, я считаю, что это очень даже неплохой вариант. Даже для тех, кто просто хочет попробовать. Ну, я как бы тоже относительно недавно рыбачу на спиннинг. Это получается второй год только. Но уже для себя кое-какие выводы сделал по удилищам. Вот именно этот спиннинг мне очень нравится, и я даже его продавать не буду. Пускай будет в моей коллекции. Потому что я считаю, что это очень даже хороший инструмент. Да, с этой стороны что-то как-то все равно похуже. Наверное, все-таки вернусь туда. Ух ты, смотрите, сколько здесь лягушек. Так, а если вот отсюда попробовать половить? Прям я вижу, вон целые стаи окуня стоят, или что это? Или даже белая рыба какая-то. Так, ребят, ну поставил вот такого вот червячка тоже с Алиэкспресса. И мормышку поменял вот. Шарнирную поставил. Может быть, сейчас рыбка будет клевать. А может быть и не будет, потому что время сейчас 12 часов дня. Может быть, эта жара вносит свои коррективы. Так, что-то, по-моему, удачник был. Температура сегодня, ну... Насколько я смотрел по прогнозу, сегодня 33 градуса. Так что у нас еще тепло.
Зацеп. Это был зацеп, ребят. Так, ну не знаю, сейчас может быть вон туда на дамбу поднимусь, покажу вам само водохранилище. Это Волчьи ворота называется. Насколько я знаю, это бывший карьер, который потом был искусственно затоплен. Глубины здесь тоже не маленькие, 12 метров есть. И, наверное, больше. Но я знаю, что возле дамбы, вот здесь, с противоположной стороны, куда я потом пойду, там глубина 12 метров. Так, ну что, попробуем еще здесь побросать. Если ничего не будет, может быть, туда схожу. Но опять же, ветер, видите, какой. Здесь хоть ветер не так ощутим, а там ветер прям будет нормальный. Что я и не знаю, стоит ли туда мне идти или не стоит. Или здесь остаться. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Вот здесь получается, видимо, тоже когда-то был сброс. Воды очень мало в этом месте. Ну, здесь я, конечно, рыбачить не буду. Просто хотел вам показать это местечко. Хотел вон туда пройти, где вот эта речушка течет. Ну, там все заросло камышом, я не стал туда лезть. Сейчас хочу наверх подняться, на дамбу, на саму. И уже с дамбы поснимать немножко. В общем, вот, ребят, смотрите. Оттуда я сейчас поднялся, а рыбачил я вон, где вон то дерево, только чуть левее. Вон там, в том районе. Вон труба идет. Сейчас вот поднялись сюда. И хочу вам показать это водохранилище. Волчьи ворота называется. Вода здесь очень такая хорошая, прозрачная. По сравнению тем озером, где я живу, вода здесь вообще идеально чистая. Вот такие вот камушки здесь. Вот здесь вот эта дамба, про которую я вам говорил, где глубина 12 метров. Так, ну сейчас буду немножко здесь двигаться в этом секторе и буду здесь пробрасывать. Посмотрим, будут поклевки, не будут. Сейчас сюда может спуститься, отсюда начать. Вот такая вот водичка здесь классная. Опа, лягушки тоже живут. Так, пока у меня остался тот же мотыль, попробуем на него. На той стороне идут базы отдыха, вот в том месте, потом вон там дальше лес. Отдыхать здесь, конечно, классно. Так, ну надо подождать, наверное, пускай моя мормышка немножко приводнится. Что глубина здесь уже не такая, как там. Решил, в общем, приманку сменить.
На этого поляриса что-то не хочет обнаруживать. Попробовать вот такую нарезочку поставить. Обалденно, вот в очках поляризационных смотришь. Столько здесь рыбы плавает вот под ногами вообще. Окунь, вот прям буквально вот здесь вот. Вот здесь туда-сюда плавает. Классно. Так, ну в общем как-то так. Так, ну попробуем. Видимо, местный окунь здесь не голодный. Потому что что-то он клевать вообще отказывается. На том месте хоть он как-то еще клевал, а здесь вообще не хочет. Так. А, может вот этот полярис поставить розовый. Может быть на него клюнет. Что касаемо рыбы в этом водоеме, здесь карась есть, карп, насколько я знаю. Но я здесь только карася ловил и леща. А лещ попадается. Толстолоб, лещ, карп, карась. Ну, амур, соответственно. А из хищных, вроде бы здесь щука тоже есть, но немного. Судак и окунь. Но я сегодня именно приехал половить окунька. Ну, конечно, если бы белая рыба клевала, я бы тоже был бы рад. Так, что там, зацеп, зацеп. Вижу я свою приманку, как она идет в толще воды. Не вижу окуня, но окунь просто приманку сопровождает, но атаковать почему-то не хочет. Так что,
ребят, вот такое вот здесь местечко классное. Сюда очень часто приезжают отдыхать и, соответственно, порыбачить тоже. Ну и я вот решил выделить такой денек себе, чтобы тоже сюда приехать и здесь побыть, в таком замечательном месте. Нет, что-то не хочет. Ладно, включусь тогда, если вдруг клюнет рыба. Потому что сейчас что-то не особо она предрасположена. Ну все, ребят, буду заканчивать сегодняшнюю свою рыбалочку. Вот. Хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам была интересна моя рыбалка. Вот. Рыбачил я сегодня, как я сказал, на озере Волчьи Ворота, в таком водохранилище. Ну, не здесь именно, а на той точке, где сбрасывается вода. Вот. Там лучше всего у меня клевала рыба. Здесь я всего поймал одного окушка. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока.